подписание соглашения, можно сказать, не прошло и полугода. Это на все процедуры, на все разрешения. Ну, я здесь бы хотел отметить, что дорогу осилит ведущий. И очень приятно, когда компания имеет такой четкий посыл к выходу на экспорт, четко выстроенную систему менеджмента. Мы, как торговое представительство, видели свои задачи появления первой пачки молока. Простая, понятная задача. Вот мы видим сегодня, что первая пачка, она в Китае. Это, мне кажется, как раз тот подход, который мы должны продвигать и дальше. Поэтому пришли быстро, и самое главное, чтобы пришли надолго и пришли с хорошими большими объемами. И если мы привыкли делать молоко для русского вкуса, или там мы экспортируем в Казахстан и в Армению, допустим, да, страны СНГ, для китайского рынка нужен совсем особый продукт. Мы будем двигаться в направлении удовлетворения местных вкусов, мы будем разрабатывать и новые продукты, и дизайн специально для китайского рынка, потому что основная задача любого бизнесмена – это давать людям ценность. Надо представить ассортимент нашей продукции на китайском рынке. И то, что мы уже привезли, и то, что мы засертифицировали, получили сертификат разрешительных органов Китая, это коктейли молочные, которые мы производим в России в больших количествах, под брендом «Топтыжка». Это любимый бренд в России, и мы уверены, что он понравится китайским потребителям.